Значит, экстрим вещает. Утро раннее, минус 13. Водная часть нашего путешествия закончилась. Теперь нам предстоит, точнее мне предстоит, 1500 километров до дома ехать. Ой, это еще 2 или 3 дня, мама, не горюй. Ну все удачно, все хорошо. Все удачно, все хорошо. Вернулись живые, самое главное. Не замерзли. Очередную речку мы, можно сказать, покорили. Не зря же мы называемся Jet Extreme Покоритель Рек. Заветного Таймени поймали. Ну, не настолько заветного, конечно, как хотелось бы, но в пределах нормы. Наверное, что тут еще скажешь? Красота. Он впереди. Лёх, покажи, какой у нас лес впереди. И что мы пробираемся.
Небольшая эйфория уже, конечно, есть, что выбрались. Сейчас уже только нас ждет гостиница. Потом еще дорога, потом границы и потом домой. Еще вот пару проток вот таких проедем. И перевал. И уже дорога там получше пойдет, да? Полетим. Ну что? Да не. Порой обчистим. Нам далеко? А то им говорят, вот это много город говорит. Им тундиги там их. Тундиги там их айчара. Им тки там их говорят, не будет. Не сидел, ой, жопа. Давай, Вайтла. Уже блудились немного, ничего. С кем не бывает. Заблудились. Не все так гладко должно быть проходить. Что, далеко, да, километров? 2-3 где-то. 2-3 проехали, ну. Может побольше. Это прямо та дальняя развилка? Да. Где-то эльтийская линия была. По этой дороге и оттуда, с этой дороги надо налево туда к асфальту. Вот как они на заправке нам объясняли? По накатанной. Понятно, но а здесь накатано-то сколько? Не знаю, да она направо там по одной, ничего не говорит. Так. Да, вот в ту сторону, накатанная дорога. Возвращаться и будем. Ладно, ничего страшного, самое главное домой едем.
еще какие-то утки красивые. Ну, для меня это вообще впервые. Я лебедей, кстати, впервые уже это на воле увидел здесь, в Монголии. Ну, а такое количество вообще первый раз вижу. Прикольно, прикольно. Не, страна Монголия мне, конечно, в этом году очень сильно, ребята, удивила. Ой, я 2 месяца провел в ней. С июня, вот, сегодня какое, 11 октября. По 11 октября 2 месяца ровно. Ровно 2 месяца в Монголии я провел. Много речек посетил. Некоторые из них покорил. Много всяких живностей видел. Вот, конечно, и таймень поймал, тут не без него. Рекорд свой не побил, но наловился. Снежок и перевальчик чудо меня пугают. У меня сзади-то, блядь, прицеп огромный. Его парасеты. Мама, не горюй. Будет не сильно заснежено. Потихонечку, потихонечку. Вроде нормально все. Это был у меня уже случай. Да. 2 или 3 тому назад на перевале. Старохема возвращался. Заехал, вместе с лодкой вниз скатился. Хорошо там крас стоял, в крас врезался, ну, не улетел никуда. Вроде пока нормально все. Лишь бы наверху там все у нас в порядке было. Самое страшное. Что, попался этот грузовик? Сказал, что говорит, вроде все нормально. Не знаю. Ой, ну что, будем пробовать. Что у нас вариантов нету. Вариантов-то нету. Вариантов-то нет у меня. Ну, слава богу, вроде. Вроде, слава богу. Там перебанчик-то, мама, не горюй. Ну что, я немножко адреналину хапнули. Зима пришла незаметно.
Да, чего боялся, того и получил. Ну ладно. Вроде пока все нормально. Дорога позволяет. Так что надо до границы вообще без остановок идти. Просто по пути в деревню заеду, бензина залью на всякий случай. Скорее всего придется ночевать где-то в чистом поле. Две канистры по 20 литров есть. Полные, да? Надо еще полный бак. И вперед. Тогда все нормально, с запасом дойдем до границы. 20 останется. Ты смотри, заметает так, как марка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где надо ехать? По траве ехать. Вариантов никаких, только по траве. То лебеди, то бараны. Караул, я попал, ребята. Хоть и снега из такого глубокого вылез. А этим баранам и козам по барабану. У них есть шуба. К этому они были готовы. А я не совсем. Цепи-то я взял, конечно, на всякий пожарный. В одном месте даже уже мысля была такая, что надо цепь одевать. Вроде проскочил там боком по траве. 162 километра еще до Баянтеса мне ехать. Ну, и до границы еще 90. Время уже много. Ночевать буду, наверное, перед границей где-нибудь в машине. В Баянтесе не буду останавливаться. Вот, на встречу китайский грузовик с монгольским водилой. А я одинокий волк Маквей. Одинокий волк Леня Jet Extreme. По монгольским степям один с прицепом гоняет. Ну ладно, будем надеяться, что все нормально будет. Доберемся. Выбор Jet Extreme. Профессиональная фото- и видеотехника. Бинар. Магазин фототехники.